Римас Куртинайтис – один из самых открытых тренеров Единой лиги ВТБ. Олимпийский чемпион, экс-министр спорта Литвы, главный тренер подмосковных «Химок» и отличный собеседник. Тренер не раз открывал секреты своей работы, не закрывал двери перед нашей съемочной группой даже во время собраний команды, рассказывал о тактических нюансах и подготовке к важным матчам. И сейчас не стал уходить в себя перед финальной серией Кубка Европы. Римас Куртинайтис отправился в студию «Радио Маяк». Прямой эфир перед двухматчевым противостоянием за путевку в Евролигу с испанской Гран-Канарией. В Москве 9 вечера. Будем сегодня предвкушать другой финал. Финал второго по значимости баскетбольного турнира Кубка Европы. И есть у нас радостная новость. Российская команда вновь в финале. Это подмосковные «Химки». И «Химки» пробились в финал и будут на кону первый титул сезона. И по такому случаю у нас большой гость. Высокий гость, я бы сказала. Высокий гость. Во всех смыслах. Римас Куртинайтис, главный тренер баскетбольного клуба «Химки», олимпийский чемпион. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Римас. Мы едем выиграть. Но если уж что-то не так пойдет, не проиграть больше, не знаю, там 2, 4, 5 очков, это такая нормальная разница, которая легко отыграть. Я все равно за формулу баскетбольную, чтобы, думаю, Евролига в данный момент хорошо играет, они играют плей-офф, потом четверка, потому что до конца играть и плей-офф, наверное, пересекались бы эти игры с национальными чемпионатами, это сложно. Но вот сейчас такой оптимальный, самый лучший вариант, вот что играет Евролига, я думаю, что Еврокубок должен последовать. Я сам был баскетболист, я знаю, про что я говорю. И как хорошо когда-то высказался Андрей Кириленко, когда проиграли Олимпиакосу, если помните, пару лет назад, что не должно быть такого уровня соревнований. Зависит от одного броска, повезло или не повезло. Должна быть серия, должны быть плей-оффы, как играет NBA, и я полностью с ним согласен. Римас Куртинайтис, очень хочется спросить не только про предстоящий финал Кубка Европы, но и про регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, потому что новая формула в этом сезоне. Каждый играет с каждым, 8 команд в плей-офф, 8 команд отправляются в отпуск. И сезон получился невероятно насыщенным, потому что «Химки» в прошлом году выиграли регулярный чемпионат, не потерпев ни одного поражения. ЦСКА сейчас в таблице лидирует, и уже 3 поражения. «Химки» на втором месте, 5 поражений. И вот количество поражений увеличилось, количество игр стало чуть-чуть больше, количество поражений увеличилось и насыщенность чемпионата. Это хорошо или плохо? Продохнуть нельзя? Аутсайдеры обыгрывают лидеров, и каждый матч — это напряжение. Ну, думаю, что это хорошо, хорошо для спорта, потому что, ну, минимум, если проводишь какие-то соревнования, минимум должно быть 2 команды похожего уровня. Но если их есть 6 или 8, так это вообще идеально. У вас на визитке как написано? Олимпийский чемпион или главный тренер баскетбольного клуба «Химки»? Как вас правильно представлять? Потому что олимпийский чемпион — это на всю жизнь, а главный тренер большого клуба — это, в общем-то, тоже солидно, но прямо сейчас. Да, иногда ты можешь это звание главного тренера потерять, если команде не везет. Не, у меня написано «главный тренер «Химок». Я не пишу «олимпийский чемпион». Так, наверное, кто интересуется, знает, что там писать. Вы же были министром спорта в Литве. Из министерского кресла отправились на тренерское поприще. И все-таки министр — это солидно. У тебя водитель, машина, секретарша, большой кабинет. Это не по мне, потому что много кабинетной работы, много бумаг, отчеты в парламенте, отчеты перед правительством. Как-то я больше люблю, да, здесь я трачу больше нервов и больше здоровья, и я всегда сижу как на углях, как вы говорите, потому что в случае неудачи всегда виноват тренер. Думаю, что я в своей телеге, мне нравится быть вот такой рисковым парнем, так что я вообще не жалею, что я поменял кресло. Уютное кресло министра на такое не очень уютное. У нас остается чуть меньше минуты, и вот вернемся к главному. Впереди финал Еврокубка. 24 числа играем в гостях с Гран-Канарией в Испании, на Канарах. И 29-го уже в «Химках», когда решится судьба титула. Коротко, чего ждем от финала? Ну, я жду кубка. И думаю, что мы выиграем и на выезде. Не, это не просто слова, мы к тому готовимся, что мы должны выиграть и на выезде, и, конечно, дома.
Добавлю на прощание, что в случае победы Римас Куртинатис станет первым тренером в Европе, кто выигрывал Кубок Европы 3 раза. Ранее он это делал с Химками, Вилетовас Ритас. Пожелаем вам 3-го кубка. Спасибо, что были с нами. Спасибо.